Дорогие саровчане, в мае 45-го прозвучали первые залпы салюта, ознаменовавшего окончание самой страшной, самой кровопролитной войны в истории человечества. Они стали символом большой победы. 9 мая вошло в нашу жизнь как день славы, гордости и безмерной благодарности за тот великий подвиг, который совершил советский народ. Бережно храня фотографии военных лет, возлагая цветы к мемориалам, становясь колонной бессмертного полка, помогая нашим бабушкам и дедушкам, мы всегда ощущаем неразрывную связь с поколением героев. Стремимся быть достойным их памяти и чести. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, в те годы вы продемонстрировали всему миру величайшее мужество и стойкость, непобедимую силу духа и любовь к родине. 9 мая стало поистине народным праздником. Он навеки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека. Мы всегда будем помнить о подвиге наших героев-освободителей, отстоявших родную землю от врага. Искренне гордиться тем, что мы ваши наследники. От всей души желаю вам здоровья и долголетия. Пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием. С праздником вас! С Днем Победы!